Пойдем, дядя Байк. Наш дом видно вон с той крыши. Я покажу. Ты же не боишься высоты? Я за тобой, малышка. Веди. Я часто здесь бываю. Отсюда такой чудесный вид. Люди не могут быть счастливы, как прежде. Ничего. Твои родители присмотрят за ними. Так где твой дом? Там, на холме. Видишь? Да. Там солдаты. Спасибо, Шадья. А теперь беги к маме. Здесь опасно. Со мной ничего не случится. Исет очень сильная. Она хранит меня. Надо действовать аккуратно. Что, нашли кодекс? Еще нет, но найдем. Капитан пока допрашивает слугу. Глупая деревенщина. Сдаться с Хинут опасно. Верность может стоить ему жизни. Да-да-да. Что ты? Тебе сейчас. Уберите ее! На куски порву! От меня не уйдешь. Вот ты где! Отомщу!
Боги. Это писала Шатья. Кодекс у нее. А я отослал ее к Хинут. Нужно найти Хинут раньше, чем солдаты. О, Шатья. Что же ты наделала? Нельзя вставать на пути у крокодила. Тебе конец! Видел Хинут? Где она? Я видел, как солдаты повели ее к маяку. И Шадью тоже. Хинут с ними спорила, но те не слушали. Что-то случилось, да? Такого раньше не бывало. Беги к Хатефресу! Быстро! Проклятье! Хинут и Шадья уже на маяке! Мне нужно туда! Нек! Нек! Вы для всех говорите? Ну, и где оно? Это все крокодил. Мы ни при чем. Пойми, это было необходимо. Мне будут сниться кошмары. Мы могли вмешаться.
Только увидят, сразу накинутся. Эй! Эй! Шадия. Шадия. Mm-hmm.
Все кончено. Победа за крокодилом. Кодекса нет. Моя дочь Шадия. Он отобрал у нас все. Он заплатит за это. И все, кто ему служит. Это не вернет нам Шадию. Нет. Но вместе ты найдешь утешение. И я тоже. Пусть так. Я сделаю все, что в моих силах, брат. Хинут что-нибудь рассказала? Только то, что с солдатами приходили другие. Могучие, статные воины. Один из них рыжий. Кто они? Бандиты? Думаю, это гладиаторы. Они из Крокодилополиса. И этот... Этот мерзавец использует их как наемников. Я найду этого мерзавца. Он умрет. Сжигать тела. Это кощунство. Эй, не сжигай тела! Боги покарают! Души мертвых будут прокляты! Мне очень жаль, но это надо сделать. Сами боги наслали на нас эту болезнь. Сожжем мертвых, спасем живых. Что за болезнь? Может, чума? Друг, я не знаю. Старики слегли первыми. Родители видели, как их любимые отпрыски умирают в муках, но сами лежали без сил. Слишком жестоко. Даже для гневящихся богов. Никому до нас нет дела. Помоги нам, чем сможешь. В Файюме на бедняков всем плевать. Ай-ю-ай-я!
Right position, Gere. Дети мои, я знаю, вы голодны. Владыка Себек накормит вас. Себек заботится о вас. Эта трапеза скромна, но дарит жизнь. Вкушайте пищу и благодарите острозубого бога. Еще один крестьянин, чья семья потеряет свой надел. Раньше они ели на миски грязные для бедных, но солдаты стали ели крестьяне. Так побелели греческие торговцы. Где-то должен быть амбар. Надо его поискать. Я не вижу на теле чумных отметин. В этих горшках приправы. О, какое гнилье! Воняет страшно. Есть это нельзя ни в коем случае. Этим варевом нельзя кормить даже крыс. В нем сплошная гниль и специи, чтобы отбить вкус. Надо поговорить с поваром. Владыка Бог заберет наши души. Но все мы воссоединимся и возрадуемся в полях Реалу. Что это за похлебка? Где ты ее берешь? Ее готовит один купец. Мы бедняки, нос не воротим. Еда ведь. Хочешь попробовать? Боги, нет. Не знаю, как вас не тошнит. Мне бы поговорить с торговцем. Где его найти? Его дом расположен к югу от рынка. Я покажу. Хорошо, пошли к торговцу. Веди меня. Да наградит тебя Себек. Я видел много богатых земель, где люди жили счастливо. Отчего здесь столько бедных? А, да. Там живут греки. Они платят меньше и процветают. А египетским крестьянам приходится покидать эти земли. Если хозяин уедет, что будет с землей? После смерти хозяина земля снова свободна. Хорошую забирают греки, плохую забирает пустыня. В любом случае, египтяне голодают. Уходят в бедные кварталы. Это дом торговца, который нас кормит. Кошки здесь кажутся толще нищих на улице. Владелец явно важный человек. Похоже, не все египтяне равны. Некоторые равнее других. Какой ужас! Вот почему люди болеют. Кто это сделал? Пора нам встретиться с этим торговцем. Пусть попробует свою стряпню. Кто ты такой? Это мой дом. Заблудился? Выясняю, почему ты травишь бедняков. Полагаю, тебе нужны их земли, а мертвые молчат. Ты говоришь о болезни в трущобах? Что бы ты ни слышал, уверяю тебя, это злые сплетни. Я просто стараюсь помочь. Я был на твоей кухне, и я все знаю. Ты ответишь за то, что сделал. О, вот как. Это все меняет. Ты вторгся в мой дом. У меня есть право его защищать. Эй! Нас
разговорчик. Да, это не дошло. Них. Они никому не... Он продавал смерть нищим в обмен на их земли. Алчность стала его болезнью. Скучать никто не будет. Все хорошо. Больше не надо жечь тела. Я вижу, ты пришел сюда из силы. Это настоящий знак Меджая? За сколько ты его продаешь? Сива моя родина. Она не продается. Здесь у нас продается все. Сходи на рынок в долине, он на востоке. У них есть товары из Сивы. Не какие-то подделки, самые настоящие. Хотел бы я взглянуть на того, кто продает сиванские сокровища. Ты уверен, что не хочешь продать знак? Ну и ладно. Ищи лавку под птичьими гнездами. Спасибо скажешь. Еленху! Тухенет! Аамун! Сетьер, бэми эни! Слышала, что на рынке появились вещи из храма Силы? Из храма? С ума сошел? Эти вещи украли у богов. Стой, настоящие? Думаешь, почему они столько стоят? Я бы что угодно отдал за Анхамона. Заходи! У нас есть много всяких редких сокровищ. Тебе не нужно? Твоя лавка? Да, моя! Редчайшие сокровища далекой Сивы! Не подделка! Не подделка! А есть что-то настоящее. Спорю, у тебя есть вещи лучше. Я не понимаю. Все взаправду. А дорогие товары в моем лагере. Можем сходить. Это совсем близко. Иди за мной. Этот знак Меджая не очень хороший. У нас есть получше. Тебе не нужно? Вот это пойдет. Другие сокровища тоже? Тоже подделки? Говорю же, не подделка. О, как ты узнал? Мои товары не совсем настоящие, но не подделка. А настоящие сокровища есть у мамы. Эй, открою секрет. Раньше я был Меджаем в Сиве. Я повидал сокровища. Ну, нечестно. Я все это сделала сама.
больше никто не понял. Ладно, это хорошие подделки. Я не выдам тебя. Говорю же, не подделки. А ты взаправду Меджай? Может, ты подделка? Ха, эй, а ты хитрюга. Посмотрим, что есть у твоей мамы. Мы пойдем вдоль канала. Веди, а я притворюсь. Да ну, это ерунда какая-то. Ой, мама, о нет, что нам делать? Что-то случилось. Не бойся, тебе везет, я настоящий. Спрячься и сиди тихо. Есть отличный меч. Тебе не нужно? Что? Что ты за демон? Бери все, что угодно. Только учти, денег у меня нет. Но зато есть много редких сокровищ из Сивы. Мама, он не разбойник, он мой друг. Спасибо тебе. Ты и правда настоящий. Прости, что назвала подделкой. Так это был он? Надо отблагодарить его. Мы всегда платим добром за добро. Есть кое-что. Вот. Настоящая копия сиванского хапеша. Он очень редкий. Таких уже не делают. Прошу, прими в знак благодарности. Мама, он уже все знает. Спасибо, я польщен. Да, я вижу, он настоящий. Подобных ему нет. Долгих лет счастья тебе.
Этот юноша повинен в богохульстве. Его наказание – урок для прочих. Он заплатит. Руки – за кражу, язык – за ложь. Но я говорю правду. А ну молчать! Как ты смеешь? Жрец, что сделал этот юноша? Тебя это не касается. Уходи. Мальчишка получит по заслугам. Себик мой бог. Себик мой бог. Я его раб. Эй, в чем твоя вина? Я перевозил золотые статуи Себика в Крокодилополис. Мой корабль пошел ко дну у маяка. Я чуть не погиб. Статуи пропали. Я их не крал. Тихо! А ты... Назад, отребье! Эй, не угрожай мне. Я Меджай. Если он говорит правду, я найду статуэтки. Если лжет, делай, что хочешь. Нужно осмотреть Октарему. Украсть у бога тягчайшее преступление. Наказание за такой проступок должно быть суровым. Себик быстро карает беззаконника. Нечестивцев ждут лишь страдания. Охраняется. Тебе конец. Проклятие. Что? Не теряем бдительность. Эй! Что ты? Лови! Ты не... Вот ты где!
Золотая статуэтка Себека. Красивая. Мальчик не врал. Обломки корабля. Может, здесь? Золотая статуэтка Себека. Красивая. Все, как сказал мальчик. Надо вернуть золотые статуэтки Себека жрецу. Всем пора усвоить урок. Себек настигнет каждого. Жрец, я нашел твои статуэтки. Мальчик не врал. От этого мальчишки одни неприятности. Его ждут наказания за нерадивость. Жалкий трус, прикрывшийся маской жреца! Ненавижу маски. Не лезь не в свое дело, чернь! Убирайся в свою пустыню! Я Миджай, бесчестный пес! Здесь власть у меня, Миджай! Стража! Тревога! Сюда! Дальше. В храме меня не примут. Себек оставил золото тебе. Можешь вернуться в храм или к семье. Решай сам. Да хранит тебя Себек. Что бы ни делал, не прячь лицо. Жрецам Египта давно пора снять маски. Yeah.
Ирианг? Янусен! Хохартия? Миханамес! Эни сиджирьет! Стой! Стоять! Эй, ты! Стой! Бедедук, а не хает. А
Арена гладиаторов. Здесь крокодил нанимает людей в свою армию. Надо разузнать об этом. Веридовикс. Верный слуга смерти. Его коса срежет недостойных. Диавикс. Живое воплощение битвы. Его кулаки смертоноснее меча. Эй, Нэм, расскажи мне о гладиаторах. О, это не люди, а боги. Сколько ярости в этих войнах. Они разрубят любого одним ударом. А там есть рыжие? Милостивые боги, ты разве не слышал о братьях из Галлии? Ты не чувствуешь их взгляд? Их статуи позади меня. Извини, что ты знаешь об этом месте? Сам не видишь? Это арена для римских побоищ. По мне, полная дикость. Но люди смотрят, чтобы на время забыть о своих бедах. Раньше это был храм. Напрасно они с ним так. Нэм, ты тут хозяин? Да, я хозяин. Феликс Марцал. А ты кто? Очередной твердолобый бездельник, ищущий славы? Я хочу попасть на арену. Говорят, там есть достойный воин. Рыжий. А, ты про гальских братьев. Это правда. Так что давай не будем тратить время, приятель. Ты не справишься. Пошел прочь, дай место настоящим бойцам. Нэм, но он носит знак Меджая. Кого? А, да мне плевать. Ты воин? Вроде похож на свирепого грязного пса. Нет, нет. У меня уже есть боец из Египта. Охотница из Сивы, и ты ей не ровня. Она часто бывает у обелиска на востоке. Ищи ее там, если хочешь взбучки. Только так можно попасть на арену. Дерись на улицах, и гладиатор тебя заметит. Итак, в смерти Шадии виноваты гальские братья. Но зачем им работать на крокодила? Мне нужно разузнать больше. Хозяин арены упомянул гладиатора из Сивы на востоке у обелиска. Вдруг я ее знаю. Сива небольшая. Надо проверить. Жалил, гад. И тот, кто искренне любил, теперь всего лишь прах. Но сквозь непроходимый мрак надежды брещет луч. Сиванка, постой, да это же...
ты делаешь в Файюме? Я слышал, здесь можно преуспеть. Но никак не ожидал увидеть тут тебя, Кенса. Ну что сказать? Я услышала зов арены. Представляешь? Теперь я гладиатор. А? Идем, выпьем. Поговорим. Говорю тебе, Байк, моя мечта почти сбылась. Если бы мне только дали шанс, я бы стала чемпионом. Куча денег, роскошь, слава. Это ж мечта любой женщины, а? Поэтому я в Файюме. Начать новую жизнь, похоронить старую. Но меня не пустили на арену. Так ты наконец-то отказался от идеи навести порядок в мире, друг. Мудрое решение. Феликс не очень любит чужаков, но ничего. Поручусь за тебя и будем сражаться плечом к плечу. Сперва выпьем, а утром пойдем на арену, и я представлю тебя Феликсу. Я так рада, что ты здесь, друг.